Всем приятной жизни. Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Hearthstone. Так, и поехали дальше воинам. Напоролись мы тут на самом деле неплохого этого. Как он? Ренолока. Ну, кстати говоря, колода, на мой взгляд, очень даже сомнительная. Вот, то, что я увидел, ну, меня не впечатлило. Я не знаю, может быть, матчап против воина для него плохой, но он дошел до фатика и как бы добил нас, учитывая, что у нас был не заход. В принципе, если бы у нас был бы более-менее нормальный заход, хотя бы средненький, мы бы его изи вообще разобрали. Так что... Как-то так. Ладно. В любом случае, нормально тащим. Да, вот у Вара, конечно, блин, что касается заходов, все такое себе. Тяжелая, тяжелая колода. Но я, видимо, просто не умею играть контроль варами. Ну, я вообще, вы видели, у меня там за вара 25 побед всего, да? Поэтому, ну, вот тут еще и дракожрец. Вот дракожрец, если он сейчас пойдет рашить, и нам не придет что-то типа потасовки, то, конечно, все. Ну вот пришел укус, уксус смерти, как я его называю. Ну нормально. Ну дракон, конечно, давит. Дракон давит. Ну сейчас попробуем его остановить. Если вот сейчас у нас получится все это дело перетерпеть, то мы, в принципе, отобьемся. Сейчас будем пробовать. Будем всячески пробовать отбиваться от этого дракожреца. Продолжает давить. Но, видимо, у него уже закончилось, ребят. Да, у него уже закончились комбы, так что... Давайте сделаем вот так, и теперь сделаем вот так. И... Ну, я не знаю, там, конечно, может быть сейчас слово тьмы боль прилететь в моего животика Бубо, но... Блин, избранником велено апает, зараза. Но все равно придется разменяться, это нормально. Это очень даже неплохо. Так. А вот как бы мне сейчас быть? О, 3 единицы. Не, давайте все-таки укус возьмем. Хотя я могу на самом деле экзекьют кастануть. А стоит ли? Не, наверное, против этого, против чувака... Вот этого вполне себе можно. Сейчас вот так вот сделаем. Все, стол в принципе наш. Есть у нас седьмой камень маны. Два варианта. Это кровавый вой, либо топор и оглушить. Вот, есть у нас восьмой. Это кельтузад. В принципе, я, наверное, сейчас и буду кастовать кровавый вой и оглушить. Либо могу сразу топор. Ну, давайте мы лучше укус все-таки возьмем. Так, все, пока более-менее отбиваемся. Более-менее нормально с этим чубздерем. С этим чубздерем нормально отбиваемся. Так. Губитель. Ой, как хорошо ты губитель это поставил четко под мой этот клиночек. Так, БГХ нам пригодится. Давайте тапнем броньку. О, доктор Бумчик. Ну, это хорошо. Еще тапнем броньку. Тут я сделаю вот так. Нормально, нормально, если что. Блин, ну сейчас пойдет у меня доктор Бум. Однажды я стану рыцарем. Неудачно получилось. А это кто вообще такой? Получает плюс один к атаке. На сторону вашего противника. Так. Я вот не знаю, давайте, наверное, поставим Бума. Кастанем воодушевление.
Пойдем уже бить лицо, чтобы приблизить его к леталу. У нас, правда, нечем активировать этого чувака, но ничего страшного. О, ты что, будешь карту брать? Серьезно? Чувак, ты рискуешь. Ты рискуешь. Ну вот отлично, он все сделал так, как я и хотел. Прям четенько сделал. Мы сейчас ставим Кела. Замечательно. Так, давайте кастанем воодушевление. А, хотя зачем? А, ну я воодушевлением тогда смогу забрать, в принципе. Давайте кастанем воодушевление этому чуваку. Это что? Настоящие ноги? Здравствуйте. Здравствуйте. Так. Нефариан. Ой, чувак, а чем? Ты Кела не контришь, что ли? Серьезно? Так это тебе пиндык, карачун. Все, попец полнейший. А как ты? Ты ж все, ты ж проиграешь. В лицо пошел? Рыли? Так, а мы сейчас тогда тут разрулим. Мы сейчас все броню настакаем. Если оно выживет, берете карту. Но я лучше оставлю на активацию этого чувака. Так, давайте тогда тапнемся. Это что, настоящий меч? Хотя зачем? Блин, а у меня походу летал был, ребята. Я что-то не это самое, не туда, не алё. А хотя, может, и не было, я не считал, честно говоря, летал. Меня наполняет сила. Ну вот видите, если против... Эх ты, потасовка. А прикиньте, сейчас выживет Kill to Zad. Нет, Kill to Zad не выживет. Кто выжил-то? Ну, нормально, нормально, бомбочки залетели. Текс, замечательно. Вот, 20 существ за 5 маны уже выполнено. А что по остальным квестам? А, у меня один остался, тот же мы тоже выполнили. То есть одна победа воина. Если сейчас побеждаем, то как раз выполнили все квесты, все дейлики. И ништячок. Здорово, так. Здорово, ништячно. Супер-пупер клачно. Горош и утер. Горош и утер. Ух ты, а вот тут вот у нас хорошая эта кривая. Ой, вообще, слушайте. Вообще ништяковая кривая маны, я бы так сказал. Тут мы должны... Ну, единственное, это же, наверное, секрет паладин. Я против него еще воином не играл. Ну, да, в принципе, я не играл еще против Секрет Паладина, так что... Сейчас посмотрим, что он будет делать. Давайте с монетки достанем, сразу грохнем этого секрет... Ой, что-то этот мурлок меня напряг. Это что, какой-то мурлоковый, что ли, чувак? Как-то он меня напряг. Я лучше палку-копалку возьму в руку и все. Потом поставим вот этого лейтенанта. Тревога! Поднять щиты! Не, вот ты тварь, а. Вот зачем он так делает, а? И не тапнуться. Слушайте, ну давайте карту возьмем. Хотя карту брать... Блин, на третий этот у меня оглушение осталось. Но это фигня, я не так вообще хотел. Вообще не так хотел. Да это реально какой-то мурлок-паладин. Что приказание? Это мурлок-паладин.
О, вот мастер брони хорошо зайдет. Мастер брони вообще отлично. Вообще шикарно. Так. Сейчас посмотрим, что он будет делать. А, Киянг тоже взял, скотина. Киянку тоже взял, скотина. Так, ладно. Чё, пропустить ход, так отдать ему? Да вроде бы. Ну, на пятый ход пойдет у нас животик Бобо, в принципе, пока броней отдефаемся. Блин, вейширский провидец, охренеть с ума сойти, что он делает. Что творит чувак, а? Так, ладно, сейчас поставим животика Бобо. Вот пришел экзекьют, это уже неплохо. Пусть пробивается сквозь него, на следующий ход еще одного поставим. Нормально. Мурлок налетчик. Не, ну это хорошо. Блин, реал мурлоковый паладин, я таких и не видал. Секретодины сейчас в основном, а тут мурлоковый. Не, ну всяко все равно ему пробиваться придется. Пробился он. Нормально, пуху закопал, все закопал. Да мне бы этот, блин, четвертый мой клинок, и было бы на самом деле круто. А так, конечно, не совсем круто. Вот, ну посмотрим, посмотрим. Блин, да ну что ж ты будешь делать? Где же мой клиночек? Жду приказаний. Так, ладно, сейчас надо, короче, как-то отыгрывать. Хотя вот лучше я огненную секиру отыграю. И поставлю, пожалуй, крошура. Во, нормально. Текс. Здорово. Да что ж у тебя контроль-то на любую мою карту находится? А? Еще и совух. О, освещение. А вот это ты серьезно, чувак, потратил. Это ты, конечно, рискуешь. Блин, ну все, он попер в лицо. Если мы сейчас это каким-то чудом переживаем, то... В принципе... О, бронница. Кстати, надо играть бронницу. Наверное, надо играть и вот этого чувака. Тут, наверное, надо убирать мурлока. Ну, более-менее нормально. Более-менее нормально. 3-2 он, скорее всего, на 2-1 разменяет. Но я выставил, чтобы уже в лицо меньше пошло у меня. Блин, меч справедливости. Ой-ой, интендант. А это летал, да? А, нет, подождите. 3-3-3-9. Не, это не летал еще. Но он пошел в лицо. Вот бы мне сейчас... А, нет, не всеми пошел в лицо. Вот бы мне сейчас Алекстразу достать. Эх, зараза. Это не Алекстраза. Готовься к удару! Так, ну, в принципе, в принципе, нормально. Опять освещение, да ты задрала. Ну, надеюсь, он больше ничего не выставит. Чё ты там поставить? Вот же тварь, а, паскудная. Ну, вот откуда ты, блин, взялся, сучка ты такая? А почему на них не срабатывает это? А, вот сработало. 6 урона у него, да. У меня 5 хп. Что приказание? Да ты задрал немного. Ну давай, может потасовка.
10. Сколько тут? Раз, два, шесть, семь, 10, 11 тут урона, да? Блин. Ну все, это GG. Хотя я могу вот так вот тапнуться. Ну а я тогда ничего не смогу поставить. То есть если я тапаюсь, у меня 12 жизни. Тут 11 урона, но мы проиграли. Ну чё, Мурлок паладин, ну знаете, одолел, опять же, вот у меня не было моих, просто зайди мне хоть один укус смерти, он бы отлетел отсюда, как миленький. Нам просто не зашел ни один укус смерти против Мурлок паладина, и все. Вот. Текс, ладненько. Джайна. Почему вчера не стримил, кстати? Зайди в группу, почитай. Вообще, вот кто интересуется стримами моими именно... Ну, как сказать? Ну, в общем, частенько лучше советую вступить в группу ВК. Там я как бы, ну, просто мне хоть какая-то связь должна быть, да? Я в группе ВК буду писать, если вдруг стрима нет, да, какой-то форс-мажор, вот как вчера. Я буду писать в группе ВК, вот, ну, инфу, соответственно, а там уж, ну, а потому что, а как мне вот еще? Не знаю. В общем, инфа есть в группе ВК. Так, против нас маг, непонятно, что за маг, вот, но что-то за маг. Какой-то маг. Какой-то что-то за маг. Так, ну Снегочуха, это хорошо, что ты поставил. За это тебе спасибо. Я тапну броньку лишним. Ой, хорошо, четвертый дроп пришел. Замечательно. Здоровски, великолепно. Так. 3-4, ну давайте поставим крошера против этой шняги. Крошера против этой шняги поставим. Так. Ну я, наверное, вот так все-таки разменяюсь. Теневой боксер. Этого мы, наверное, вот так убьем. Ну, нормально, нормально. Даже расконтрили стол, скажем так. Неплохо сыграно. Неплохо сыграно, спасибо. Текс, привет, привет, привет. Пойди сделай кому-нибудь омлет. Так, ладно, давайте поставим пока Сильвану, ничего страшного. Хочет, пусть как-то разменивает, не хочет, пусть не разменивает. Вот, текс. Вот это плохо, ребята. Вот это плохо. То, что он выставил. Так, сейчас. Текс. Ну, давайте, наверное, сделаем тап и вот так. Я даже не знаю. Ну и все, пожалуй. Как-то так. Так, ну он решил мне бомбочки в лицо закинуть, но это ничего страшного.
У нас еще броньки много. Так, ну теперь моя очередь ставить бума. Так, замечательно. Но он его законтрил фаерболом апнутым. Нормально, нормально. Я вот только единственное, что не знаю, мне сейчас играть этого или... Ну, сейчас посмотрим, как бомбочка прилетит. На два в лицо. Давайте, наверное, вот так вот пока сыграем. Килл Тузада пока не хочу. Ай-яй-яй-яй. Ого. Нормально, кстати, он застрелял. Да хорош. А, так а он, подождите, он не пройдет. You shall not pass. А мы тут сейчас разменяемся, в принципе, нормально. Блин, надо было бронницу поставить, ну ладно. Блин, надо было бронницу, это тупость была. То, что я не поставил бронницу, ну ладно. Ладно, ошибки случаются, как говорится. Все нормально. Просто вываливает все, что у него есть. Поп, пошел спамить картами в нереальном количестве. Так, а он же сейчас не убьет моего Кела. Лол, он не убивает Кела. То есть это... Он только заморожил, но не убил. Он... Это здорово. Так, у меня есть Алекса. А не летал ли у нас? Нет, летала у нас нет. То есть нам надо как-то это... Нам надо как-то расконтрить и собрать по максимуму броньки. Так, ну с двумя жизнями пока никого нет. Блин, а я бы мог с помощью это еще убить одного, ну ладно. Ладно, 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 сейчас этот чувак вернет там этого 3-2 и нормально. Сколько у него урона? 6-10 урона у него на столе. Даже если там пиробласт, он не добьет меня. Вот, так что нормально. И теперь ему всех надо выдавать в Кела. Вот. А, или фаербол. Отлично, фаербол это второй у него вышел. Вот, замечательно, мы себе броньку натапали, еще броньку натапали. Ну, великолепно, великолепные размены, ребята. Замечательные размены, я считаю, у нас выпали, то есть прям вообще супер. Я думаю, нам сейчас уместно будет Рагну поставить. Давайте, наверное, вот этого вот убьем. Нам, в принципе, не принципиально сейчас эту карту брать. У нас все равно большой перебор. Давай сюда. Ну, ладно, в лицо так в лицо тоже нормально. Так, нормально, настакали мы десяточку брони, замечательно. Эта партия за тобой. Все, отлично, мага мы от... В общем, фигачили. Сейчас нам засчитают квест. Отлично. Еще 10 бонусных. Так. И на стриме спрашивают, нравится ли мне Secret Paladin. Нет, не нравится.
Итого у нас 615 голды, то есть еще пара квестов, и мы, в принципе, это самое, и мы, в принципе, сможем открыть следующий квартал, так что нормально. Ладненько, я, пожалуй, на этом тогда этот выпуск и закончу. Большущее вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.